Всем привет, добро пожаловать, это Death Road to Canada, Дорога Смерти в Канаду, и мы продолжаем проходить эту замечательнейшую интересную игрушку. Так, while driving on the Death Road, the group decides to make a stop for supplies. Cabin Rescue, скорее всего, Siege будет, там будет боль. Station in the Woods, не знаю. Так, drive around more, давайте еще проедемся. Так, нашли новую локацию. The group decides to burn some gas in hopes of finding more interesting places. They found some new locations. Так, Loose Gas 15. Barn Rescue, это понятно. Sporting Good Store, попробуем. Так. Фикери, этот Afternoon, агрессия. Ну, такое дело, да? Вот у нас что-то со здоровьем совсем печальное, я смотрю, да? Так, please. Чтоб тебе дать-то такого? У тебя это уже и так есть. Переместим. Сражайся. Брэндон, что у тебя? Ничего у Брэндона нет. Нейлборд. Доска с гвоздями. Тайр Айрон. Ну, давайте попробуем ему дать. Так, роль. Сэм, лидер. Please follow. Rest. Брэндон тоже follow. Все, вроде бы разобрались. Хорошо. Ядрить твою налево. Let's boogie. Так, у меня здоровья мало, нужно держаться подальше от них, я думаю, лучше. Хочется верить, что нужно дальше держаться. Мне так кажется, потому что что-то их слишком много, ребята. Ох, тачку-то осторожно. Тачку не коцайте. Полегче, зомбари. Зомбари полегче, пожалуйста. Понятно, нет? А. 20 патронов. Патроны кончаются. Сейчас меня завалят здесь, походу. Съедят. Так, Ялмарт. Ну, место-то хорошее, но, елки-палки, слишком много зомбарей. Чейнсоу. Пошинковать, что ли, их? Немножко, да? Сколько остается? 40. Ну, в принципе, что еще у меня есть? Топор. Давайте зайдем, наверное, лучше. Во. И бензин тебе здесь, и патроны, и всякое барахло, и биты кому надо. С топором как-то плохо он справляется, мой герой. Наверное, уставший просто уже в хлам. В этом вся проблема моего главного героя, да, Сэма. Так, топливо плюс 50. Вообще отлично. Это что за Хэтфилд пришел ко мне? Не надо. Так, хорошо. Плюс 13, плюс 5. Не густо. Если так посмотреть, то очень даже не густо, да? Хотя вроде бы супермаркет. Нет, но стоит полагать, что супермаркет-то супермаркетом. Это, конечно, все хорошо. Вот эта штука мне нравится. Лежит мачете какая-то, да? Да. Оу! Вот мачете я поменяю, наверное, на топор, да? Кому-то надо топор взять. Воу. Фишинг, это ковбой райфл. Ну возьмите кто-нибудь, что вы ходите-то? Вон возьмите хорошие ништяки. Как ими управлять? Можно как-то, нет? А, взяли. Молодцы, смотри-ка. Во. Так, это чей-то скелет, тележка, ракетки, всякое барахло. Не, ну а что, апокалипсис. Что ты хотел, веселье какого-то, что ли? Ничего подобного. Ходи, ищи, да? Так, ничего не мигает здесь. У нас здоровье, Алис капут. Вообще со здоровьем беда. Во. Сортирыч. Ты чё там бушуешь? Лежать. Плюс один. Эх, не густо. Опять только топливо. Аптеку надо. Очень срочно аптека нужна. У меня ребята все болеют. Так, шотган, да? Как-то вы странно, ладно. Музыка такая еще веселая. Опа. О-хо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 . Да, расти. Рэнч, ключ. Нет, ключ нам явно не нужен. Сейчас все сломаем. Хэтчет.
А вот здесь что-нибудь будет, да? Так, один уже что-то взял, какую-то порожню. Второй что-то взял. Все что-то ходят. Я устал уже. Гольф-клаб. А, так. Айронхорн. А вот удочку, может, все-таки взять? Я не знаю, удочка какой-то смысл даст, интересно. Вот, мачете возьмите. Что-то я не особо понимаю, как ими управлять, ну ладно. А, вон, там еще дверца есть, может, тут что-то ценное. Аптеку нужна, аптека. Очень странно он поворачивается, главный герой. В этом-то, наверное, минус главный, я думаю. Меня-то за что? Ты что делаешь-то? Такое ощущение, что они друг друга бьют. Красавчик, красавчик. Я все понимаю, что, конечно, ты рвешься там. Но всему свое время. Герой, а? Кверх-дырой. Я не знаю. Нужно искать срочно аптечку. Так мы не справимся. Это очень печально все для нас сейчас будет. Это очень будет печально. Так, вот сюда мы не ходили, да? Да, мигает. Угу. Лежать. Спасибо. Так, давайте смотреть. Здесь может что-то есть. Хотя навряд ли здесь, конечно, аптечка будет. Это очевидно. В сортире аптечка. Ну хотя... Всякое бывает. Все? Видимо, да. Все? Точно все теперь посетили? Да, все. Это все. Как же... А, во. Так. Swap meet. Во как. Угу. 15, 1, 1. Всякого барахла понабрали, да? Ага. Команда. Вот, наверное, как это делается. Ладно, хорошо. Хорошо. Так. Defend. Брэндон. Ну да. Куда вы свои ручищи тянете? Ну-ка, цыц. Все, погнали отсюда. Полутались немножко. Плюс 8 еды, 17. Так, 105 зомби уничтожили. Обалдеть. Нам бы аптеку. Аптеку у нас с жизнью вообще проблем. У нас Брэндон только топовый. Lux enough medical supplies. Вот и я тоже. Medical supplies у нас вообще хромает. The group goes against their judgment and camps in a city apartment. Так, because there is no zombie run, when they wake up, the building is on fire. Plan out, run out now. Так, лос пистолами минус 25, обалдеть, все потеряли, короче, хламья всякого. Medical supplies, срочно. Срочно medical supplies, топлива много, а остального ничего такого нет. Так, the group encounters a library in a town that seems mostly burned down. Brandon finds a single book that avoided being really damaged by the fire. What was the book? Self-help book on positivity. Так, rhyming children's book, gigantic repair manual. Self-help book on positivity. Пускай ремонт будет. Так, отлично, немножко себе настроение поднял, красавчик. Во, и Сэм тоже молодец, и Плиз тоже красавчик. Так, become more aggressive in response, reason that have not been explained. Бар, апартмент, квартира. Давайте бар. Так, сейчас посмотрим по всякой фигулине. 2-4 у него. У меня 3 осталось. Что-то вообще нищебродство какое-то, да? Давай-ка мы, дружище, поменяемся вот так. Я сделаю так. А тебе я дам... Что я тебе дам? Вот это дам. Фонарь один дам, потому что тьма вечная. Тебе фонарь дам. Вот так сделаем. Так, ковбой райфл. Пустые, блин, нищебродство вообще полное. Мачете нужна. Ржавая мачетка, но нормально. Моус паб. Эх! У меня 10 здоровья осталось, я так понимаю. Нужно срочно что-то решать. Срочно что-то лежать. Срочно что-то решать со здоровьем, потому что, ну, это Алис.
Так, бутылки, это все хорошо, это прекрасно с бутылками, но... Так, Sam has seen this kind of thing before. Нажрался чувак, да? Угу. Так, пока оставим, значит, пускай лежит. Еда нужна. Так, it's all fashioned love tester machine. Ага. Use love tester. Ultra babe. Ну, хоть настроение поднял себе. Красавчик. Еще бы вот выжить нам, а то совсем плохо. Нам нужно жить. Нам нужно жить. Нам нужно... что-то у вас здесь много на входе-то прям. Хорошо, мы еще другие сейчас дома поищем. В домах других пошаримся. Здесь точно что-то должно быть. Ух. Аптечка должна быть где-нибудь здесь. Хочется верить, но навряд ли. У меня 10 здоровья. Это ничтожно мало. Это ультра мало. Это до нельзя мало просто. Так, с дубинкой ходит. Ну, сейчас, быстренько. Должна же быть аптечка в доме, ну. Ага. Ну, плюс одно топливо. Собирает еще, ребята. Идите, добивайте уже его там. Свободен. Заходят такие бесцеремонные вообще, беспардонные зомбаки. Никакого воспитания совершенно. Бежать. Так, хорошо. Здесь заперто. Ну, хоть где-то что-то мы найдем. Аптека ведь была изначально. Нормально ведь все было с аптекой-то, но... Такие нищебродские дома, да? То есть все... Вымечено уже. Вымели все, что могли уже. Ничего не осталось. Куда идешь-то? Стой. На месте не дергайся. Даже не думай дергаться. Десяточка здоровья. Это вам не шутки. Во, здесь хоть понасыщеннее как-то. Чуть-чуть. Чуть-чуть понасыщеннее. Ёк, дверь в дверь. Есть что? Вообще ничего. Ходим вон, тела таскаем. Свободен, говорю. Так, здесь может быть что? В урнах будет. Десятка, да, плюс 6 патронов. Плюс один бургер. Аптеку надо! Ладно, фиг с ним, с этими бургерами. Музычка такая еще расслабляющая, как будто бы ничего не происходит. Зомби-апокалипсис, ну как бы, ну норм. Может, и не совсем, да, зомби-апокалипсис. Такой легенький-легенький зомби-апокалипсис. Ладно. Возьму с собой. Возьму с собой, покидаю в кого-нибудь. Со зла. Угу. Плюс 16. Кровати. Ключ. Может, кому нужен? Нет, никто не хочет брать. Свободен. Царский сортир. Но нас интересует аптека. Нас очень интересует аптека. Во! Так, что у нас там? Этого мы не можем делать. Получается, они только... Это настройки. Они могут только во время езды на автомобиле это делать, да? Так, у меня вообще поменялось. Вот, все. Ага, хорошо. Так, быстренько, быстренько, быстренько. По хорошим, по кошерным домам надо пробежаться. О-о-о-о-о. Что-то у вас здесь вообще много. Моус паб. Так, ну что с тобой делать-то, красавица? Feed her one food. Давайте я. Так. Окей, okay, I'm awake. В общем, будь с нами пока ходить. Давай. Пошли.
Наверное, не в нашей команде пока. Не в нашей группе выживающих, да? Оу! Let's go party! Не, она хорошо справляется, молодец. Только что-то они валят, валят и валят. Такое количество бесконечное. Сюда можно зайти? Блин, и сюда нельзя зайти. Ну, печалька. Так, здесь делать нечего. Давайте посмотрим другие варианты. О-о-о, и как много вас. Дождец. Куда ты разинул свою пасть? Мы отсюда сваливаем. Видать. Ничего такого прям суперского мы здесь не нашли. Да, здесь мы были? Нет. Оу! Какая большая шляпа. Так, какая-то комнатушка. Что-то у меня мой приятель вообще расслабился. Ничего не хочет делать. Совсем плохо ему. Но у меня 10 здоровья. Вот я так понимаю, это 10 здоровья, да? Кленовый лист. Свободен. Ладно, последний дом сейчас обшмонаем и все. Во, плюс 7. Goodbye. My love, goodbye. Отлично. Вон лысый ходит. Лысый, я думал, лысый у нас исчез. Нет, лысый здесь, оказывается. Лысый никуда не уходил. Я уж испугался, думаю, где лысый? А вот седой от нас что-то ушел. Кстати, я начал запись, он почему-то ушел. Плюс один бургер. Плюс 6 патронов. Уже лучше. Свободен. Так, там еще был проход один. Разберемся. Так, вот сюда мы не ходили. Угу. Плюс одна аптечка. Отлично, наконец-то. Плюс одна аптечка. Отлично, еще лучше. Три аптечки. Теперь мы наконец-таки подлечимся, потому что ну, это совсем, это клиника уже. Это уже все уже. Напропалую. Раскидали, да? Отлично. Плюс 6 топлива. Что-то в шкафу есть. Плюс один гамбургер. Еды что-то как-то маловато, да? То главное жаловался, аптек мало. Сейчас еды ему мало. Ну все, мы сейчас сваливаем. Так, они какие-то агрессивные становятся с каждым уровнем. Ну, с каждым продвижением нашим. О, я вспотел, все. Все-все-все, сядем, поехали. Все. Так. Плюс 3. А, плюс 3, да, это текущее показывается. Так, 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 так. 4 аптечки. Так, 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 так. Отлично, патрончиков нашли много. Lay, catch us up with the group at safe spots. She offers a reward and thanks for saving. Так, group medical training. Давайте group medical training сделаем. Во. Отлично, теперь мы будем сами себя, наверное, лечить каким-то образом, да? Во, немножко здоровье подняли. The group finds an inn, open for business. The owner wrings her hands. Так, give me 10 food, I'll watch over you while you sleep. Хе-хе-хе, she's super creepy. Please, Haggles. Так, dry off. With no sleep. Не надо спать, но в баню. Еды потеряли, да ничего страшного. Устали, вот теперь мы устали. И машина у нас дымится вся уже. Брендон и Стайр. Ничего, ребят, сейчас отдохнем. The group finds used car. Mm-hmm. Untouched. More. Get gas. Swap. 54 gas. Oof. Swap to Big Van. Big Van. Давайте Big Van возьмем. Муа. Жрут, конечно, топливо, я понимаю, но... Ладно. Не страшно. Получили, найдем. 4 еды. Visit Trader Camp. Давайте посмотрим Trader Camp, что у Trader Camp есть вообще. Что даешь? The group finds a woman surrounded by medical equipment. She claims to be a skilled doctor. В общем, продвинутый доктор. She offers to provide healthcare in exchange for food. You have for food left. Нет у нас еды. Давайте, please, используем шарм. Ага, совратил доктора. И нас вылечили.
Спасибо. Красавчик. Так, что у тебя? Угу, еда. Chainsaw. Give nothing right now. Мы ничего сейчас отдавать не будем. Я думаю, сейчас походим здесь, поищем, может быть, что. Собаки какие-то. Уф-уф. У тебя что? Ага. She's selling tips for keeping your aim steady and multiple trick shots. Да, не густо. О, толчки, может, что есть? Плюс один. Нормально, сейчас ограбим немножко и пойдем дальше. Ух, ёк, мужик. Я, конечно, все понимаю, что у тебя крутые пушки не до такой же степени. Не целься, не направляй оружие на человека. Ничего. Так, ну мы 9. Что такое 9 кленового листа? Это здоровье все-таки? Нет, я вот не особо понимаю на самом деле сейчас. Что еще? Еще кто-то есть? Нет, все. Погнали, ребят. Так, 4 бургера. 144 газ. Ага. The group runs into a horde to pick to drive pest. Oh, siege alert, there is no escape. Класс. Horde size. Массивная. Late afternoon, one hour. Try to survive. Блинский газки, ползучий, вонючий. Так, хорошо. Как бы... Rifle uses 50 of 0. Nightstick, tire room, flashlight. Так, тебя что? 9, Сэм. Тебя что, 39, бензопила. Ну, тут что я могу сказать? Тут, в принципе... Лидер, все нормально. Control by player. Так. What the fuck is going on сейчас было? У меня бензопила отказала. Не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Пили их всех. Йоколомене, здесь Алис Капут какой-то. Фу. Она еще не заводится. Это вообще паника. Это реально паника, скажу я вам. Вот я сейчас высадился. И здоровья, думаю, мало. У меня парень вообще друг устал. Siege is over. You can now try to escape. Я всех попилю. Все, хватит тратить. Ё-моё, блин. Это какой-то Алис. Потрепали просто здоровско. У нас вообще ничего нет. И ресурсов здесь нормальных нет. И машина что-то у нас где. Неизвестно, где машина наша. Все, кирдык нашей машине. Без машины мы будем теперь. Пешком ходить будем. Да, обидно. Ну ладно. А, ну да. А, да, давайте дорогу. А, не-не-не, все нормально. 98 зомби было уничтожено. Не, фу-фу, я что-то про машину испугался. Думал, все исчезло. Нет, оказывается. Так, 4 еды. Здоровье что-то у меня слабое. Ребята-то у меня вылечились. Так, автор-менеджер survived the situation. Радуется, что выжили. They feel like they are getting a hang of this. Choose a reward for the group. Morale and random skill gain. Medical, Sam плюс 2 shooting fitness. Medical. Так, please medical revealed. Brandon's medical revealed. Sam medical increases. Ага, zombo point earned. 2 из 10. Отлично, чуть повеселее стали, ребята мои. Мораль. Понятно, понизилась. Лось стоял. Так. Even injured, тому созрели powerful creature, probably best to not mess with... Ага. Давайте попробуем treat its injury. Попробуем вылечить лось. Ага. Немножко побили.
Точно, у меня же аптеки не было. Вот я, Вася, не учел момент. Так, Stops for Supplies, Hunting Lodge, Swarm Dress Shop. Hunting Lodge, давайте попробуем. Здесь капец, наверное, будет, да? Aggression Hunting, охотящиеся зомбачья. Ладно. Так, попробуем нацелиться красиво. И быстренько... О, блин, ядрить твою налево, выходить. Там надо только с пилой. Ладно, хоть сейчас сразу завелась она. С ракет сняли, нормально. Несно. Плюс 6. Так, a huge stuffed bear looms in the cabin. Sam wrestles it for a few hours and searches the bear quickly. Что нашли? Bunch of food and medical supplies. Отлично. Ура. 5 аптечек. Шикарно. Снайперка. Hunting rifle. Все, все обыскали. Алис капут, конечно. А, зараза. Так, пробежимся, посмотрим. Может быть, еще что-то найдем. Хотя навряд ли мы здесь что-то найдем уже. Здесь уже все, конец карты. Здесь не может быть два домика. Это один охотничий домик просто-напросто. И все. Нельзя просто так взять и найти много всего. Зачем? Можно, наверное, дерево добывать, я так понимаю, да, раз... Так, ну это все. Погнали, 17, так, 28, 5 аптечек. Нормально, и патрончиков нашли достаточно. Ей, вылечился. Плиз меня вылечил, потому что у нас шареный тип, но у нас топливо кончается, 27 всего осталось. А боль в зубе появилась у Плиза. Так, I saw this once in a cartoon, force it out. I used to be a dentist. Отлично, вылечили мы ему зуб. Красавчик. Хороший парень. В маске его не видно. It's nearly time to camp, but there has been a lot of science bandits today. Someone needs to be awakened. He's an attack, we should stay up and watch. Сэм должен. Отлично. Мораль немножко уменьшилась, но в принципе да, еда потерялась, но нормально. Выжили. Я устал. Все, топливо кончилось, машину выбросили. Пешочком побежим. While walking alongside large stream, please, not some fish in the water, please, try to luck, goes. Отлично, рыбку еще поймали, пока бежали пешком. Ну что, будем потихонечку заканчивать, наверное, да? Эту серию закончим. That bear stole my stuff. Так, get all the food, grab all the ammo, fight the deadly bear. Grab an extra weapons. But what to grab? Get all the food, grab the extra weapons. Extra weapons нам нужно. Please is hurt. Блин, плохо. Столько всего потеряли, и мораль у нас уменьшилась. Ну, ничего страшного. Минус одну аптечку. Нормально. Ну что, здесь я с вами попрощаюсь. Всем хорошего настроения. Это была игрушка Death Road to Canada. Дорога смерти в Канаду. Мораль вообще упала. Все плохо, будет боль. Но это мы уже увидим в следующей серии. Так что добра, всего самого хорошего. Встретимся уже в следующей серии. Ура, ура. Пока, пока. Все, до встречи.